Я слышно. Так. Я куда лезу? Так, что мне надо? Пум-пум-пум-пум. Создадим файл. Word. Yeah. Как назвать файл-то? Назову. Так, кнут. Видео. 2023.0.01. Ну, так и будет. Такой файл. Тык, 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 тык. Итак. Был такой кнут, и он придумал стрелочки вместо степеней. Степень сейчас. Степень. А, как степень вставить? Ай, так. Вставка. Символ. Уравнение. Ставить новое уравнение. А, вот так что ли? А, во-во. Индекс. Это что такое? А. Индекс, да, вот добавление индекса. Угу. Вот так вот. Вот. Например, 2 степени 3. Чё так мелко-то? Да? А чё, почему здесь, а не здесь? А подвинуть можно? А, подвинуть можно, да? Или нельзя? Чё за бред? Ну как это? Подвинуть. Не двигается. А вот так. Вставка. Уравнение. Установить новое уравнение. Угу. Ну ладно, вставляю индекс 2 в степени 3. Так, размер. По левому краю. О, по левому краю. Угу. О, как интересно. Пум-пум-пум. Вот, во, вот так я хотел. Угу. 2 в степени 3. Вот так. Это возведение двойки в третью степени. Сколько там получится? Равно 2 умножить на 2 умножить на 2. Правильно? Или нет? Правильно, да. Равно 4 умножить на 2. 8. Где мой калькулятор волшебный? Сейчас все проверим. 2 степени 3 равно 8. О, я правильно посчитал. Или вот так, наверное, красивее. Вот так. 2 умножить на 2 равно 8. Вот так учат в школе.
И появился кнут. Он стал стрелочки рисовать. Я пишу, чтобы получить стрелочку, я в Варде напишу 2191. И нажать Ctrl. Control. Как это пишется? Control. КЛТР. С. И. СЛТР. СЛТР. Плюс. Х. Английскими буквами. И вот что получится. 2191. Ctrl X. Alt X. Не Ctrl, Alt. Alt. FD. Alt. Вот. Получается стрелочка. 2191. Alt X. О, стрелочка. Вот у кнута это будет 2, стрелочка, 2191, стрелочка, 3. То есть это то же самое, что и вставка формула. Давай. 2 в степени 3. О. И вот почему он так придумал? Да потому что так бывает удобнее в некоторых случаях. Дело в том, что у человека аппетит очень большой. Вообще потребительские, так сказать, запросы всегда растут. Один человек хочет всегда чего-то дополнительно. Дали рубль, хочу 2. Есть миллион рублей, хочу 2 миллиона. Есть килограмм золота, хочу тонну золота. То же самое и в математике. Вот есть числа какие-то, вот миллион, миллиард. Разве это маленькие числа? Большие. Миллион, миллиард. Разве маленькие? Google. Сейчас я напишу Google. Три. Не так. Вот так. Вот так. Сейчас Google напишу число. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Это Google. Разве мало? 100 нулей. Большое число. Людям мало этого. Придумали Googleplex. Лекс. О, 10 в степени 2 индекс, давай. 10 сотой. Ну как придумали? Googleplex. Это вот столько, вот в такой вот степени. Вот так вот получается.
Или по-другому, если записать 10 сотой. Или еще это по-другому можно изобразить. И 10 степени. Как это сделать? Попробуем. Вставка уравнения. Новое уравнение. Интеграл, радикал, интеграл, матрица, индекс. Индекс. А здесь еще могу индекс ставить? Попробуем. О, получается. То есть получается 10. 10. 100. Вот это Googleplex. Все еще. Googleplex. Google. Да, так. Так я вообще написал. Бля, залить что ли в Википедию? Сейчас, секунду. Википедия. Googleplex. 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 Правильно написал? Google. Googleplex. А здесь Google. То есть по-другому Googleplex. Опять же, это что такое? Это опять же Googleplex. Это 10. Опять формулу отставлять. Ставка. Ставить формулу. Индекс. Это 10 в степени. По-другому сейчас мы сейчас запишем. Ctrl-C. Вот в такой степени. Немало. Ой, не помещается. Поменьше. Вот так. В строке не помещается. Если просто нули писать. Вот так помещается. Во весь экран. Вот сколько нулей. Вот, это Googleplex. Оооо. Немало. Людям мало этого. То есть число-то не маленькое, но людям этого мало. Придумали архив чисел. Если число нельзя записать, его можно вложить в очень большой вложенный архив. Как матрешку в матрешке. И для этого неплохо подходят стрелочки кнута. Кнут такой математик. Например... 91. Так, стрелочка. Это образец, чтобы копировать. Для копирования. Для. Образец для образования. Для копирования ставки. Так. Вот так я буду двойным кликом копировать, если надо будет. Итак, вот, например, есть вложенный архив. Тридцать четыре. Стрелочка. Ой. Ctrl-Z. 34. Ctrl-C.
И 8 стрелочек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И какое большое число взять? 9. Ну, давай. А, что нам стесняться? 21 очко. Вот. Я могу любые числа записать слева и справа. И любое количество стрелок я могу записать. И это уже такой вложенный архив. Не вложенный архив, это вот это вот. 2, стрелочка 3. Это есть уже не архив, это непосредственно возведение степени. А вот больше одной стрелочки, это уже архив. Такой вложенный. Как извлечь из архива? Как извлечь из архива? Показываю. Равно. 21 раз надо записать вот это число. Вот эту 34-ку. Да елки-маталки, как это работает? Там вот так. Равно. То есть я 21 раз пишу это. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 20. 21. И стрелочек я заношу вот столько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. На одну стрелочку меньше. 7 стрелочек. Между 34-ками. Между каждой. Сюда. 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 Между каждой. Оп. Оп. Вот так извлекается архив непосредственно в другие микроархивы. Это для примера. Вообще запись идет? Да, идет, слава богу. Микрофон даже работает. Настроить-то нормально? Что там? Не проверял ничего, работает ли оно, вообще не работает. Так, аудио, микрофон, а, ну вроде, ага, работает. Так, запись продолжается, и дальше. Вставляю. Вот что обозначала запись такая странная. Это я интерпретирую непосредственно стрелочную запись кнута. То есть 21 раз я записываю число 34 и стрелочки на одну меньшую стрелочку. Это такой на один шаг. То есть получается один вложенный архив, внутри него вот эти архивы. Еще вложенные. И другой пример. Попроще пример. 8. 4 стрелочки. И пятерку. Попроще. Это означает... Ой, нет, я лучше здесь вставка-разрыв. Вставка-разрыв страницы. Нет, ну здесь. Вставка-разрыв страницы. А, вот так уж. Это означает, что я 5 раз восьмерку пишу. Раз, раз, два, три, четыре, пять. 5 восьмерок записал, а стрелочек будет 3 между ними. Оп. Чуть-чуть глючит. Вот так. Но в Википедии этого нету. В Википедии такого нет. Да и вообще нигде такого не нашел. Я искал. Поэтому я создаю это видео такое. То есть 8, 4 стрелочки, 5. Это 5 восьмерок. И между восьмерками по 3 стрелочки. Это вот это у нас вложенный архив такой. И он состоит из этих архивов.
И каждый из этих архивов тоже является вложенным архивом, потому что больше одной стрелки. Больше одной стрелки. Другой пример. Два. Две стрелочки 4 равно. Я 4 раза двойку пишу. И между двойками по одной стрелке. Равно. И это означает, что мы возводим двоечку в степени всякие. Степени. Выравниваю влево. Могу я сейчас это сделать? Чучело. Сначала вот это. Оп. Здесь. Здесь я опять вложенный архив. Туч. Ага. Раз, два, три. Раз, два. И здесь. Еще раз. О, вот так. Будет оно. Размерчик. Главное. Побольше размерчик. Это означает, что здесь двойка. Здесь двойка, здесь двойка, здесь двойка. Вот оно что означает. Вот. Четыре двойки. Шестьдесят пять тысяч пятьсот 536. Вот как это считается. Нет, сейчас поменьше надо. Два. Да что ж ты будешь делать-то? Два. Стрелочки. Стрелочка. Ctrl-C. Приоритет в правую сторону идет. Два. 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 Равно. Два. В степени. Так. Ну. Четыре. Потому что два в степени. Два стрелочка два. Чуть побольше. Два стрелочка два. Равно четыре. Поэтому четверка здесь. Две двоечки я вот посчитал. Равно. Два стрелочка. А два. Два стрелочка четыре. Равно. 2 в четвертой степени, это сколько у нас будет? 2, 4, 8, 16. Ой, сюда пишу. 16. То есть получается 2, стрелочка, 16. Ну, а это свою 165, 536. Не, правильно или неправильно? 2 в 16 степени. Два в степени 16. Да, 65 536. Еще один вариант. Два. Три стрелочки. Три. Это еще можно посчитать. Можно превратить в число, можно развернуть. Это я три раза двоих пишу. Между ними две стрелочки. Ctrl-C. Сюда и сюда. Равно. Как это понимать? Два, две стрелочки, два. Равно четыре. Почему?
потому что 2. Одна стрелочка. 2. Равно 4. Вот такая вот удивительная вещь. Равно 2. Стрелочки, 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 стрелочки. 2. Равно 4. В случае с двойками, если двойка слева и двойка справа, любое количество стрелочек дает четверку. Поэтому 2, 2 стрелочки, 4. А это мы уже знаем сколько. Или не знаем. Равно. Равно. 4 двойки пишу. 1, 2, 3, 4. Ну и стрелочки. Это мы уже все видели. Оп. 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 3 стрелочки. Ну, между двойками просто тупо вставляю по одной стрелке. Равно 65536. И другой случай. Частный. Где, ну, можно посчитать. 3. 3 стрелочки, 2. И это будет означать, что мы пишем 2 раза троечку. Между ними 2 стрелки. Это равно 3 тройки. 3 троечки. И между ними по одной стрелочке. Это равно. Так, к чему у нас равно 3 в степени 3? 27. Получается 3. Стрелочка. Так, стрелочка 27. А это? А это в умении посчитать. Триллион получится. 3 в степени 27. Вот это число получается. 7 триллионов. Пум-пум. Да? 7 триллионов 625 миллиардов 597 миллионов 484 тысячи 987. Вот такая вот ерунда. Что еще можно посчитать? В общем-то, в числа стрелочки эти сложно превращать, невозможно. Вот это небольшие, то есть редкие частные случаи, где можно посчитать архив со стрелочками, превратить в число. Более сложные, вложенные архивы вообще невозможно записать и посчитать. Вот это вот мы не посчитаем никогда в жизни. Никто из ныне живущих людей не сможет записать число вот с таким вот архивом. Я сейчас попробую. А что пробовать тут, это недолго. Сейчас я это скопирую, вставлю, попробую развернуть. О. Это равно. Это равно. Это я копирую. И вот это мы сейчас посчитаем. О, нет. Ctrl-C. Вот так лучше. Чему это равно? 8 раз восьмерку пишу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И между ними по 2 стрелочки. Оп. Оп, оп, оп. Оп. Оп, оп. Ну и... дальше просто в тупике. Как ты это посчитаешь? Как это посчитать? 8. 2 стрелочки 8. Это тоже посчитать просто нереально. 8. О, 2 стрелочки 8. Равно. 8 восьмерок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 восьмерок по одной стрелочке.
между ними. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь восьмерочек, семь стрелочек. Равно. Можно ли это посчитать? А как это посчитать? Это невозможно посчитать. Я могу посчитать вот это еще более-менее. 8 восьмой степени. Даже в уме, может быть, попробую сейчас. 8 и 8 это 64. Умножить на 8. 512. Умножить на 8. 8192. Все, в четвертую степень я возвел. А больше я в уме буду, не знаю, смогу ли, я не пробовал никогда. 8 в восьмую степень. Ну ладно, здесь я возведу в калькуляторе-то. Ой. 8 в восьмой степени. 16 миллионов. Ну не, ну я в голове такое число не удержу. Я не смогу это в уме посчитать. При моей сегодняшней подготовке. То есть получается, что вот это вот так я копирую. Сейчас по-другому. Вот это число беру. Еще раз. Вставляю. Оно будет равняться. Две восьмерки я удаляю. Я посчитал 16 миллионов. Две восьмерки это 16 миллионов. 777, 216. Получается это вот так. Невероятно. Все. Вот так я это могу посчитать. А дальше необходимо посчитать 8 вот в этой степени. Восьмерку. Вот в этой степени. Как это посчитать? Это же 15-миллионное значное число. Это больше, чем Googleplex. Или нет? Ну, 15 миллионов, 10 миллионов, 10 сотой степени. Ну, это, короче, больше, чем Google. Больше Гугла. Меньше Googleplex чуть-чуть, но больше Гугла. Очень большое число получается. Все, и тут тупик. Я не смогу больше посчитать. То есть, как бы архив есть числовой. Но посчитать я его превратить в число не могу. Не получится. Какой еще примерчик? Сколько я записываю? 30 минут. Ну, в общем, вот это я объясняю почему. Потому что в Википедии... Там непонятно все объясняется. Я очень долго пытался все это представить, посчитать. Там это не только непонятно, еще и неправильно изложено. То есть не соответствует действительности. То есть как-то нелогично все это там нарисовано. Но тем не менее я использовал статью в Википедии в качестве источника для того, чтобы понять и разобраться, что такое стрелочки кнута и как их считать-то вообще. Какой пример еще со стрелочками? 2-2 посчитал, тройки посчитал. Что попроще? Может. 5 стрелочка. Ой, что за бред? Еще попробую. 5 стрелочка 11. О нет, стрелочка это слишком просто. 3 стрелочки. Ой, опять не так. Ctrl-C. 4 стрелочки. 5, 4 стрелочки, 11. Это значит, что я 11 раз пятерку пишу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И между ними на одну стрелочку меньше делаю. Ctrl-C. Между каждыми. Раз. Вот так. Ну вот так происходит
Извлечение из архива. Вот так вот раскладывается. Опять же, вот это правую часть я могу разложить опять, извлечь. Из другу, в другое, получится другой архив. Получится другой архив. Опять же, 5 пятерок. 5 пятерок и по 2 стрелочки между ними. Как это посчитать? Это не посчитать. Но тем не менее, можно представить 5. А потом 5, 2 стрелочки, 5. Это равно 5 пятерок, 5. И между ними по одной стрелочке. Ну и это уже и все. Тупик. 5 в степени 5 равно 5 в пятой степени 25 125. И много. Ну сейчас я на калькуляторе. 5 в степени 5 равно 3125. Ну не так много. 3125. То есть получается вот это равно, я пишу 3 пятерки, вот эти 3 пятерки, оп, и справа вот эти 2 пятерки я посчитал, 2 пятерки посчитал, 3125. Дальше, чтобы это число как-то посчитать, нужно следующий шаг выполнить. Посчитать 5 вот в этой степени. Это невозможно. 5 в степени 3000, в 3000 степени пятерку не получится посчитать. Получится очень большое бессмысленное число. Просто число получится бессмысленным. Нет никакой сущности, которая бы столько весело или такого количества было. Но тем не менее, это очень интересно. Большие числа все равно будоражат воображение. Ну, такие делишки. Че еще-то? Че я еще хотел записать на эту тему? Еще примерчик какой-нибудь? Наверное, все. Останавливаю запись. Пум-пум-пум-пум.